Объединяя эпохи, в музее Первого Совета открылась выставка военно-исторической миниатюры, приуроченная ко Дню защитника Отечества. На экспозиции представлено невероятное разнообразие солдатиков. Здесь есть фигурки воинов всех эпох, от античности до Второй мировой войны. В небольшом зале можно увидеть суровых римских командиров, русских богатырей, средневековых рыцарей и викингов. Они чисто металлические. Раньше отливали солдатиков из олова, но это по производству очень, так скажем, грязное. Вот. И в настоящее время металлы добавляют другие сплавы. Но олово также присутствует. Солдаты Древней Греции, Древней и Средневековья, варвары. И в настоящий момент у нас коллекция насчитывает 170 экземпляров. Но мы на этом не остановимся. Хотим собирать дальше. Размер фигурок около 5 сантиметров. Все они очень четко проработаны, от униформы и оружия до выражения лица. Все солдатики русского производства. Многих привезли из Екатеринбурга и Питера. А вот и идейный вдохновитель коллекции Паша Резванов. Именно он предложил родителям начать собирать солдатиков. Я прочитал сказку Андерсена «Стойте, оловянный солдатик». Я попросил у папы купить мне таких солдатиков. Первые у меня были солдаты, посылка нам пришла в 2014 году, и мама их расписала одного. Среди строгих серых фигурок можно встретить несколько цветных. Елена Резванова раскрашивала их вручную акриловыми красками. На то, чтобы сделать цветным одного солдатика, уходит целая неделя. А времени для того, чтобы увидеть уникальные фигурки, у ивановцев намного больше. Выставка будет работать до 31 мая. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.